Здравствуйте, уважаемые пользователи и дорогие подписчики этого канала! Вас приветствуют Павел Кубарьков и Александр Кубарьков. И в этом видео мы покажем пример изготовления и фрезерования части фигурного наличника. Как пример того, как можно изготовить большой оконный или дверной декоративный наличник с помощью нашего ручного электрофрезера, ну и других инструментов, конечно. In this video, how to make a part of a beautiful plaid band for window decoration with using a hand milling router machine and other tools. Специально для этого примера мы подготовили вот такую склейку-заготовку из лиственницы. Расположение древесных волокон на склейке V-образно. Если приклеивать третью дощечку с какой-то стороны, то волокна должны стремиться к английской букве W. How we glue it with boards before milling. И вот как мы сделали эту склейку, используя наши две малые самодельные пресс-ваймы. Наносим на склеиваемые детали столярный клей. И затем разгоняем этот клей пальцем, именно пальцем, потому что так клей будет лучше впитываться в древесные поры, и палец почувствует любую соринку, которая может туда попасть и помешать склейке. Затем между подкладной дощечкой и зажимными винтами вкладываем металлические уголки и металлические шарики, затем все это зажимаем и спрессовываем. И оставляем эту деталь в прессе не менее чем на 20 минут. Хотя вынимаем мы ее через 20 минут, но всю механическую обработку можно проводить только через сутки. We work with it the next day after gluing. Вот что получилось после склейки. Мы ее отстругали, удалили клей, отшлифовали и отрезали ненужные части. Теперь приступим к разметке этой заготовки. Нанесем на нее изображение части наличника, используя для этого шаблон, который мы заранее нарисовали в программах цифровой векторной графики. Сейчас мы вырежем этот шаблон и затем обведем на нашей заготовке. This is a plant band shape template. Все, шаблон вырезан и готов. Сейчас приступим к его обводке. Drawing shape. Изображение части наличника нанесено на эту заготовку. И сейчас там, где очень маленький радиус кривизны кривой, мы просверлим входные отверстия для пилки от электролобзика с помощью двух сверлышек 7 и 10 мм в диаметре. Теперь все входные отверстия готовы, вставляем электролобзик пилкой в такое входное отверстие и приступаем к выпиливанию фигурного контура этой части наличника. Cutting out the shape with an electric jigsaw before milling. Фигурный контур этой части или примера наличника выпилен, и сейчас приступим к фрезерованию его кромки. Для фрезерования этой кромки мы будем использовать вот такую маленькую фигурную кромочно-колевочную фрезу с копировальным подшипником. Этот копировальный подшипник позволит легко повторить весь сложный и фигурный контур этого изделия. Хвостовик у этой фрезы диаметром 8 мм, а у фрезера цанговый зажим диаметром 12 мм, поэтому установим ее через вот такую переходную втулочку. Теперь установим глубину фрезерования так, чтобы фреза работала всем своим контуром, и в верхней части получался где-то порожек на 2 мм. И прежде чем приступить к работе фрезером, надежно зафиксируем нашу заготовку струбциной через подкладную дощечку, чтобы распределить давление струбцины и не создать вмятину. Fixing our detail for a safety work with milling router machine. После того, как заготовка надежно зафиксирована, берем фрезер. Опускаем на нужную глубину и фиксируем. Сейчас мы зафиксировали глубину с помощью эксцентрикового зажима, но эту же глубину можно выставить и с помощью упора, который находится с задней стороны фрезера, что может дать потом возможность поднять фрезер и вернуть его на ту же самую глубину. И сейчас приступаем к фрезерованию.
Перезажмем заготовку. Вот и все, мы закончили фрезерование, снимаем струбцину, и вот что у нас получилось. Это изделие является примером изготовления части наличника, как пример того, как можно сделать большой, длинный, красивый оконный или дверной декоративный наличник. Узор на нем периодический, так что его можно неограниченно продлить. We finished the pad of a wooden plaid band. На таком фоне из старых дощечек это изделие смотрится намного контрастнее и эффектнее. На этом мы это видео заканчиваем, дорогие пользователи. Всем всего хорошего, спасибо, до свидания.